Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Просят почаще показывать моих улиточек. Я это делаю очень редко. Но вот на моем канале тоже есть любители вот таких вот, не знаю, зверюшек, домашних питомцев. Вот такие они у меня красивые. Ракушки, в принципе, исправились, да, они уже не шелушатся. Но последствия, конечно, предыдущей такой, скажем, не самой лучшей жизни дала результаты. Видите, он такой какими-то волнами растет, ракушка у улиточек. Ну, я думаю, ничего страшного. Кто смотрел мои предыдущие видео, знает, что я их приобрела уже вот с такими как бы плохими ракушечками, которые слоились. Но со временем мы это исправили. Мазали ракушечку айвитом, прям раздавливали вот эту вот там такие ампулки, маленькие шарики. Протыкала я прям иголочкой, смазывала панцирь, потом хорошенечко пальчиками его размазывала. Мама! И панцирь стал лучше. Мама! Это наш маленький улетенок, ну он уже достаточно подрос, вот смотрите по отношению, да, к руке. Плохо фокусирует. Вот наш улетенок. У нас за все время, да, что они у нас живут, сделали только одну кладку. Вот с этой одной кладки, получается, у нас выжил только один улетенок. Меня не было дома. Вот, они сделали кладку, может быть, она была как-то неоплодотворенная или частичная, или, может, яички как-то испортились. Не знаю, в чем произошла, да, причина, почему вылупился только один улетенок. Ну, или выжил только один улетенок, потому что, когда я приехала, он был только один. А еще я люблю вот так вот кормить улиточек с рук. Это гамарус, они его очень любят. И вот так вот прям с рук кушают гамарус. Взрослые улитки можно давать 2 гамаруса, ну, где-то с перерывом в 2-3 дня. Вот каждый день гамаруса давать нельзя. Вот смотрите, он его любит и очень хорошо кушает. Сейчас я готовлю улиточкам контейнер, уже положила свежий мох, это у нас ягель, мне его принесли с леса, он очень сейчас, вот я его намочила, и он прям пахнет, знаете, как будто где-то в сосновом бору, такой запах просто нереальный стоит. Здесь я всегда ложу овощи, фрукты, улиточкам можно давать помидор, яблоко, кабачок, тыкву, клубничку, малинку, они это все очень любят. Можно даже давать петрушку. Вот, они с удовольствием это все кушают. Сейчас у нас получился такой летний салатик, помидорчик с огурчиком. Вот, немножко я посыпала гамарусом. Вот буквально, да, вот по штучке, наверное, по 2 хватит улиточкам. Вот как и положено. Каждый день я не даю. Сейчас я еще посыплю вот такими скорлупочками. Просто я их подавила и вот насыпаю сверху. Вот, не жалея, я прям насыпала этих скорлупок. И сейчас еще немножечко посыплю это все мелом. Мел я покупаю кормовой в зоомагазине. Вот, и посажу улиточек уже кушать. Поместила их в контейнер, и они сразу же принялись кушать. Вот такие у меня улитки. Да, ням-ням-ням-ням-ням. Сразу же кушать. Даже маленькая улиточка вон ползет. Сейчас будет кушать помидорчик. Видите, сначала они кушают, получается, скорлупочки. Они очень любят скорлупки от куриных яиц. Говорят, можно и перепелиные. Ну, как-то у нас в обиходе перепелиных нету. Но как будем кушать перепелиные яички, обязательно буду и их сушить и давать своим улиткам. Они так интересно кушают, так все медленно. Одно и то же, что наблюдать за рыбками в аквариуме. Так как-то сразу успокаиваешься. Видите, какой у нее ротик она. Как кушает. У них там такие терочки, и они этими терочками перетирают пищу, и она уже поступает в пищевод. Нет, такой большой огурчик не надо, сыночек, это очень большой. Вот так, теперь чисто, вкусно. Закрою их сейчас и оставлю, собственно, отдыхать и наслаждаться жизнью. Сейчас этот мох они растянут на весь контейнер, и будет такая полностью подстилка из мха.
и у меня уже заканчивается этот ягель, нужно будет идти в лес и уже набирать лесного мха, такого зелененького, пушистенького, и потихоньку уже даже заготавливать на зиму, потому что мха надо много, покупать не особо хочется, поэтому пойдем в лес. Вот такие у меня улитки. Я надеюсь, вам понравилось. Каждое свое видео я прошу не комментировать, да, улиток, какие они скользкие, противные. Каждый выбирает себе питомца такого, какого он хочет, поэтому прошу не осуждать и не писать гадости в комментариях. Буду удалять. Вот. Поэтому, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, до новых встреч, мои хорошие, всем хорошего настроения!